В старых газетах хроника многолетней борьбы перуанских патриотов против расхищения иностранцами природных богатств Перу. Все это еще не так давно принадлежало американской нефтяной монополии, связанной с могущественной Standard Oil, с династией миллиардеров Рокфеллеров. Здесь, на месторождениях Талары, американцы хозяйничали почти полвека. Инженер Канепа рассказал, как успешно работает национализированный правительством комплекс Талары. А прежде она была словно шип, воткнутый в национальное сознание. Часть Перу, запретная для перуанцев. Вот чем была раньше Талара. Теперь главные нефтяные богатства под контролем государства. Сегодня Талара празднует День национального достоинства. Третья годовщина решительного, смелого удара по господству американской монополии. В октябре 68 года, всего на шестой день прихода к власти революционного правительства, воинские части по приказу президента вступили на территорию Талары. Люди труда с доверием смотрят теперь на тех, кто носит военную форму. Новый хозяин Талары – государственная нефтяная корпорация Петроперу. Ее эмблема – индейская маска, старинный символ независимости перуанцев. Нефть – главное,